Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по созданию снежинки с изображением бычков. Следующий год у нас год быка. Берем лист формата А4, складываем уголок по диагонали для того, чтобы получить квадрат. Отрезаем лишнюю бумагу. Затем складываем вот таким вот образом пополам, переворачиваем, намечаем себе серединку на месте сгиба, чтобы было удобнее нам сгибать. И правый верхний уголок закладываем по диагонали, так чтобы угол был чуть выше края нижнего, чуть выше, чтобы получилась линия вот такая вот по диагонали. Еще раз показываю. И делаем залом в этом месте. Верхний левый уголок кладем таким образом, чтобы он совпал с вот этой вот диагональной линией справа. И тоже делаем залом. Заглаживаем. Теперь получившиеся уголки нужно срезать. Отрезаем аккуратно, и у нас получается треугольничек. Его нужно сложить пополам. Вот так вот. И сделайте залом. Теперь необходимо развернуть нашу заготовку и карандашиком наметить те части, которые нужно будет вырезать. Небольшую полукруглую линию слева и рог выделяем. Затем по намеченным линиям необходимо обрезать лишнюю бумагу. И после того, как вы это сделаете, расправить снежинку. Вот что получается. Рисуем силуэты головы быка. Нам необходимо нарисовать нижнюю часть мордочки лежащим овалом, ротик полукругом, глазки в форме овалов, ноздри в форме овалов. И подрисовываем еще ушки и слегка намечаем там вот такие засечки на рожках. И подводим снизу вот такие вот дугообразные линии в форме снежинки. И так мы поступаем с каждой частью вырезанной снежинки, дорисовывая мордочки на все снежинки. Затем ее можно приклеить на какую-то более яркую бумагу и вырезать по силуэту. Снежинка готова! Если этот мастер-класс был интересен и полезен для вас, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много интересных мастер-классов в разных техниках и разной сложности. Желаю удачи!